Полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии. По предварительным данным, организатор группы, житель областного центра и пятеро сообщников зарегистрировали несколько юридических лиц в качестве объектов электросетевого хозяйства. В период с 2019 по 2023 год работники организаций, подконтрольных злоумышленникам, предоставляли в агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области завышенные сведения о количестве эксплуатируемого оборудования для удорожания тарифа конечному потребителю. После этого в контролирующие органы направлялась умышленно заниженная информация о полученном доходе. Разницу подозреваемые присваивали. Таким образом, ими был получен незаконный доход на сумму более 580 миллионов рублей. Также установлены факты принуждения руководителей различных организаций к заключению контрактов на оказание услуг с подконтрольными злоумышленниками компаниями. В рамках расследования проведено более 30 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Изъята документация, цифровые накопители, имеющие прямое отношение к совершенным противоправным деяниям, а также крупная сумма денег, предметы роскоши и более 20 транспортных средств.